Евангелие от Луки, глава 8. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча эта. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча эта: семя есть Слово Божие. А упавшие на пути — это те слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему мать и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желают видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Мать моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
Когда же он вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого, и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся кто-то ко мне, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же приказал им не говорить никому о происшедшем.